Гранату F1 времен Великой Отечественной обнаружил накануне орловский пенсионер. Она лежала в кустах на привокзальной площади. На сообщение бдительного гражданина выехала спецгруппа, в составе которой была взрывотехническая лаборатория ОМОН. Полицейские место находки сразу же оцепили, но спустя примерно полчаса выяснили, что граната опасности не представляет, так как у нее отсутствует запал. Затем боеприпасы изъяли и отправили на дополнительное обследование. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, каким образом у железнодорожного вокзала оказалась граната. В настоящее время находка направлена на экспертизу, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.